Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Не купил PlayStation прошку, да. Не хочешь брить бороду? Нет. А Коля не будет с вами стримить, они завтра только приезжают с СДУ, и СДУ его везет. Как там Борис? Я Сектору рассказывал сегодня про Бориса. Я тут сижу с Борисом, и дайте девица перед этим. Вот Рекс будет с вами вечером. Ну, я, кстати, быть-то он может и будет, а как он будет стримить, я не знаю, поэтому может его не будет. Саламуля, в понедельник будешь снова смотреть. А, будешь смотреть Сойера и Палмдропова, конечно. Конечно, ну я не знаю, понедельник или во вторник. Они выйдут в воскресенье, ну да, наверное, да, в понедельник. Вот. Антох, когда с ванной РБ, умоляю, я надеюсь, что в этом году. Вот Рекса приютит, так приютю. Не, вопрос тебе. Не думал ли Сектор зауодироваться? Закодироваться, видимо, ебаный в рот, блядь. Закодироваться, да. Конечно, не думал. Зачем? Это самое бесполезное, что... Бесполезное, друзья, как говорит Сектор. Вы так мне записали фитур из меня. Сектор, кстати, он сейчас выпил всего один стакан виски. Сказал, будто я один стакан реально вискаря. Я выпил 50 грамм вискаря, ребят. Это, как не знаю... Порция. Вообще не считается. Порция называется. Ну, порция для... Ну, детская, типа. Детская, да? Ты думаешь, дети пьют виски, да, видимо? Ну, знаешь, разные дети бывают. Разные дети. Борис на ивент приедет. Я надеюсь, я рад буду в горе. Рад буду его видеть. Таху на РБ у Бориса. Реально завтра Борис заходит, и там так хочется его поговорить. Да я охерею, ебать. Я на самом деле, знаешь, Антох, я вот сколько я уже, бля, в этом этой херне? Ну, лет? Года 4, наверное, да, в Бадоре, 3,5 где-то, я так не помню точно. И раньше что-то некогда, типа, только в это все вошло, я такой думаю, бля, ну, что-то какие-то, ну, хочу сказать, ну, как-то близко к сердцу что-то воспринимал, какие-то вещи. А сейчас я понимаю, что... Такие тут хуесосы, что зачем обращать внимание? Ну типа они же все равно челяди, ебаные. Я надеюсь, ты не про Бориса сейчас. Нет, нет. Когда будет выходить рэп, написанный в перерыве от стрима? А, скоро. Что ожидаешь от Юрки на битах? Бля, кстати, Отрикс, вот он либо может, конечно, всрать, но может теоретически сделать и круто. Я думаю, что там все очень сильно зависит от битов, потому что на... Слушай, биты они выбирают сами, я их даже я не знаю, слушаю. Я просто говорю, что там много зависит от битов, потому что на каких-то битах можно Отрикса представить очень круто. Типа, это я вообще не представляю себе. Ну да, будем надеяться, что они выбрали нормальные биты. На все воля Отрикса. Кто 8-й на All Stars? Парагрин. Сектор мне так сказал. Что думаешь о выступлении Хоса? Бля, это очень сложный вопрос, потому что люди почему-то... Ну, многим понравилось. Это все вопрос субъективизма. Чем бы занимался, если бы не реп? Рэкет, я думаю. Чё ты смеешься, бля? Всю жизнь занимался. Ну, у себя на рынке. Как ты пришел с рынка? Как я пришел с рынка? Блядь. Ненавижу вот эти дороги огромные. Проходил мимо этого, выходил так, с дисками и услышал реп. Псай будет акапелла на РБЛ, я очень на это надеюсь, пацаны. У нас, кстати, я слышал, что аварий пиздец в городе, поэтому я очень не люблю эту хуйню с дорогами, блядь. И когда разгоняются, мне сразу типа мурыжит. Как тебе Каспийский груз, охуенная группа. Бля, вот сейчас бы нас не занесло, потому что... Под эту фразу я бы не хотел.
долбоеб твой пахан, хуйло, пошел нахуй. С похом бы запаздывал. Да нет, у них же сегодня стрим, насколько я знаю. Будет бабки клянчить, лицемер. Не вижу смысла после этого о чем-то с ним разговаривать. Так, нам осталось 10 минут. Слышали, что четверо ингушей с ножом накинулись на ментов в Нальчике и их там положили? Я не слышал лично. Ты слышал, Сектор? Четверо ингушей на ментов накинулись? Да. Я слышал только песню «Четыре татарина». «Четыре татарина», Сектор. Да, да, услышал. Что по погоде в СПБ? Холодно, блядь, и снега до хера. Вот что по погоде. И пожарная машина куда-то хуячит. Кстати, я слышал, что на фильме «Биф» раздают рыбу, друзья. Леща так называемого. Правда это или нет? Скажите. Стрим будет послезавтра по ФБ. Завтра у меня мероприятие. То, что мое отношение личное насчет Хоса, мы с ним это обсудили. Я считаю это неприемлемым, он это понимает. Какие сиги, я вообще предпочитаю бросить курить. Пора уже. Ну вот едем на биф, ёпта. Да, правда про рыбу пишут, пацаны. Ну правильно, для мозгов полезно. Почему мне пишет какой-то азиат? Калай сын забе шарша шаншбаль, блять, какой у них язык журсин. Пиздец. Просто материт меня по-своему и думает, что это круто, походу. Странно. Человек думает, что он материт. Просто других языков не знает. Кстати, да. Что по спорту? Давно пора. Вот что по спорту. Займусь. Азиз зовут. Его Азиз зовут. Как встреча, какая? Ты спортом начал заниматься, чтобы не стать таким, как бы я не начал еще заниматься, дружище. Я ему уже давно бросил заниматься. На этом предпоказе было сейчас хз. Ну да, я не думаю, что сейчас рыба опять это будет, блядь, я охереюсь, там опять рыба отваливается. Я думал, что это будет тот предпоказ. Сколько крути отожмешь? А сейчас хер его знает. Я раньше, когда занимался этим, могу сказать, я раньше турник, ну, раз, наверное, ну, надо учитывать, что я был худей, блядь, килограмм на 30. Сколько я турник? Ну, 60 я делал, точно, это я помню. Ну, такой, может, это плюс-минус пик был, но я делал. Ну, рестораторов Кинович, потрясающе. Тут меня твои модеры не забанят, пишет чувак. Но могу сделать это я. Пошел нахер. Он... Типа начал рассчитывать. Да, я не знаю. Крутость какая-то. Кто восьмой, ну, старше. Эрнест. Чтоб вы отъебались, у меня раз навсегда Эрнест. 60 за раз, ну конечно. За сколько? За неделю, что ли? Я на турниках хорошо хуярил в то время. Вот брусья я не любил никогда. Я так, такое себе был на брусь. А турник любил. Очень жду All Stars. Я тоже жду. СП будет еще выступать на РБ? Нет, какой смысл? 200 раз мне задают этот вопрос. Калай сын, это значит, как дела на казахском. Вот, здорово. Хорошо дела. Едем на фильм «Биф». Ну, 60 это прям сильно. Ну, нет. Но это я тебе примерно говорю. Ну, то есть, может, там было и больше, братан. Но я, типа, турник я рвал. Я просто занимал какие-то места даже, блядь, по городской хуйне. Без пизды. Вот, типа, брусья вообще не мое было. Я там еле-еле, блядь, хуй на теле. А турник я прям... ебал. Я очень любил турники. Вот. Мы просто с пацанами мы ходили, блядь, по 3 раза в день на турники ездят, хочешь, там
и божья. Что такое Лустар? Почитай. Привет, ребят, нормально все. У нас БИФ только один сеанс в Владике в кино за день. Слушайте, мы на самом деле вот днем нашли только, блядь, здесь на Ладожской, ебать, ну это промзона, чтобы вы понимали. И на это, на Петерговском шоссе, там где-то вообще в жопе. Все остальное там вечером тоже по одному-два сеанса в разных кинотеатрах, поэтому... Просто мы потом поедем еще это в сектор, по делам поедет, я потом после фильма имею, и потом у нас стрим будет. Ну, типа, нам вечером не вариант был. Окс никогда публично не высказывался о шоке. Может, он вне камер что-то о нем говорил. Ты не слышал никогда? Вот что ты ждешь ответ? Какой на этот вопрос? Да, я слышал. Слышал. Приезжает Окс, когда мы гуляли. Приезжает, что-то общаемся минут 10, ну стоим, курим, он только с такси вышел, еще не зашли в помещение. Говорит, блядь, я говорю, что такое? Он говорит, паспорт ушел, когда забыл. Ну, так было. Вне камер, доволен? Доволен. Бля, у меня усы как у этого, бля, лобстера из Футурамы, нахуй. Доктор Зойберг? А? Доктор Зойберг? Зойберг, ебать его, срак. А он в 3D или IMAX, здесь в движении кресла, так сказать. Там 4, да. Там 4. Да, брызги от слюней. Ты считаешь, что PM будет в форме Кулстарс после такого блядского сезона и возможного финала? Так дело не в сезоне, а не в PM. PM последними, ну с Бови еще не вышел, а последним батлом, ну если брать там Смайлзом и Бови, PM как бы показывает, что он готов порвать любого, по сути. Поэтому я очень надеюсь на их финал с Сектором второй. И чтоб Загудалин почувствовал силу притяжения. Я уже почувствовал. Уже почувствовал. Бля, кстати, я спалю, куда мы едем, сейчас как фаны набегут. НТВ сейчас как приедет. Дайте комментарии. По поводу батла Оксимирон Геннадий, пожалуйста. Все, пацаны, вопросы пропали, чат завис. Пишите, ебана мать, нам ехать осталось. Минута, пацаны. Последние три вопроса, быстро отвечаю, все. Видимо, их не будет, потому что 66 зрителей так зависло. А, не, вот. Антон Зойбер, ты не хочешь себе какой-нибудь студийный микрофон на стрим? Нет. Есть надежда на то, что РБЛ против Ферса будет. Ну, надежда всегда. Не надо мне стрелять. Ты не кричи громко. Смотри, как Стивен Хокинг сижу. Так, все, авиарежим. Ты думаешь, сейчас эмоции как в самолете? Конечно, я сейчас начну всем писать, выбить. Что-то сказал Вахтанг сейчас. Друзья, мы готовы к просмотру фильма «БИФ». Мы уже в кино с Сектором. Сектор всем привет передает. Мы готовы. Знакомый зал. Вот такая. Здесь первый альбом записывался на фильму. Караты. Друзья. Диванчик, да? Если бы. Тут с диванчиком и не пахнет. Как типа самолетом не сходил на победе, блядь. А? Много народу. Сейчас скажу. 4. 5, 6, 7. 8 человек, помимо нас. Не, рыбы тут уже нет, пацаны. Уже. Батл рэперам вход бесплатно. Смотря каким. Да. Мы в предвкушении, парни. Мы прям хотим насладиться. История. Скоро будет интервью Дудя, но покажу. Мало пишут 8 человек. Зато все за культуру. Зато какие 8 человек? Тут мастер-шеф есть. Мы его узнали. Ну,
Так, 9, ребят. А, 9, да. Парни, наша полку прибыла. Вас узнают там. Ну, там... Из группы Грот. Кто-то из Грота. Я их не знаю. Сектор на фрешблат прошел. Охуенный вопрос. Мистер Малой похож на ЗБ. Почему? Рост. Типа шутка в этом. Я так думаю. Потому что он похож. Ну там до этого спросили, прошел я на фрешблат или нет. Ну да. Привет, привет, пацаны. Мы ждем предвкушения. Интересно, Путин смотрел? Конечно. Мы же здоровались с Жиганом. Фильм «Биф», друзья, всем рекомендуем сходить. Уже по самой атмосфере понятно, что будет что-то стоящее. Так. Друзья, нас 11. Блять, это Джай, судя по всему. Нет, это этот, Гамбит. Дима. Здорово, бояра. Он с боярой пришел. Дима Гамбит и Бояра. Дима Гамбит и Бояра. Это Дима Гамбит и Бояра на фильм «Биф» в кино. Друзья, здесь все мастер-шеф Дима Гамбит. Весь стол хип-хоп. Билеты по 250 рублей, между прочим. Это не чтоб нажиться, а чтоб отбиться. Mm-hmm. Интервью так-то дорого. Ну да, какие бюджеты считаем. Да. Денег в хате не было. 11 человек в зале помимо нас, с нами 14. Борис, нет, Борис пока не видим. Будете стримить фильм? Нет, конечно. Там извиняться, блядь. На эфире зрителей больше, чем на эфире зрителей больше, чем на фильме. Что? На эфире зрителей больше, чем на фильме. Это хорошо. Привет, Сиэтл. Вот. Так, так, так. И люди на эфирчик не уходят. Может, нас уже еще двое пришли, нас уже 16. А это кто? Блин. Керамбит. Нет, это не Керамбит, точно. Попкорн. Это Сюзанна и Макбек. Слушай, сейчас народу настолько потянется, что нам придется выйти из зала. Походу. Билеты покупать идти. Да будет, будет сегодня стрим, впечатлениями будем делиться, типа, сердца за любовь, смотри. Все, теперь Борис у нас главный, да, стримовский. Еще двое, друзья. Ну, это сложно сказать. Это Викинг. Друзья, Викинг пришел. Ты в порядке. Подтягиваемся, докультуриваемся. Просто вы бы их видели. Мне так интересно, реально, первые 10 секунд фильма. Что будет первые 10 секунд происходить? На самом деле, я бы просто, блядь, я бы, знаешь, я, кстати, придумал новый блог. Я буду блогером. Так. Я буду таким, знаешь... Я не знаю, вот кино или концертным блогером, что-то такое, и типа вот просто буду 10-20 рандомных людей со входа брать вот таких и задавать им вопросы. Это, блядь, разрыв будет. За ним будет очень интересно. Какие вопросы? Блядь. Любые, нахуй. Ну, про фильм и что-нибудь еще. Женя? Ну да. А прикинь, ты берешь, залог успеха в том, чтобы снимать у ебанов, так появился мотор. Почему ты меня хоронят, я еще не буду понять. Не знаю. Жук на вечерний сеанс идет. Может быть. Ну, если Дима Гамбит здесь, это жуба нет, наверное, уже не пойдет. Будет реакция на фильм. Ну вот реагируем, сидим. Очень весело. А, нет, это сразу. Так ужасно будет очень.
привет всем стримерам, обзорщикам. Крейзи Ник так делал в 2012, уже не популярно. Смотри, какой попкорн. Угу. Его можно час ковырять. Как и этот фильм. Мы так создали. Друзья, еще плюс два. Сколько уже? Я уже со счета сбился. Тоже что-то было? Нет. Графолка, да. Я не знаю, это сложно каким-то персонажем, который вот, блядь, абсолютно типичный, конечно, хуй его знает. Почему бедный сектор? Что? Что там происходит? Почему? Там кто-то написал, что меня убили на Украине вчера. Что это значит? Мирон сказал, что ему все понравилось, все круто, лещи тоже интересно. Конечно, Мирону понравилось. Я где-то написал, что секрет успеха этого фильма заключается в том, что Роме Жиган никто не может указать в интервью и в комплиментах. Ну да, да. Отец. Кстати, шок-то отвязал. Ну чего ему это стоило? Ой, блядь. Друзья, еще плюс две дамы. Фэмили схемы. Это монеточка. Монеточка? Да, крупная. Беленькая, беленькая. Крупные купюры. Крупная, крупная монеточка. Юбилейная. Сколько человек сейчас посчитаю? 2, 5, 6, 7, 8, 9. Я с нами считаю. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20 ровно, пацаны. 20 ровно. Да, великолепная двадцатка. Так, еще. Пришел с какого? Пришел 21. С этим, с как его нахуй? Викингом 21. Интересно, а в регионах идет фильм? Смотри, что ты считаешь регионом? Это не регион, я имею в виду какой-нибудь. Не знаю, у вас есть какие-нибудь маленькие города на Урале? Да. Вот в них. Да, наверное. Ну нет, ну, наверное, не во всех, конечно. Может, там Челябинск идет еще? Какой-нибудь. Ну, что они там? Я у вас только два города знаю, что там. А, еще, подожди, еще Пермь. Это Пермский край. Да. А, то есть у вас Пермь? Это главный город. Нет, Пермь вообще ничтожество. Кто их не знает. А реальные пацаны? Ну, так что они уже все... Друзья. Слушай, а если бы Василий как надо было перед Рома Жиганом снимать? Мне кажется, это немножко незаконно. А мы заявы не пишем. А, ну да. Все, пацаны, на связи, парни. Что такое окно кино? Короче, пока.